Открытый диалог во внешней политике – такова цель первого за 5 лет визита польского министра иностранных дел в Беларусь. На Гродненской земле Витольда Ващиковского встретил губернатор области Владимир Кравцов. Для стран-соседок приемандский регион – особое место сближения двух народов. Об этом вчера шла речь и в Минске. Главный вопрос – это, конечно же, граница. Как ее модернизировать? Обсудили мы и организацию в ближайшее время малого приграничного движения. Также на встрече коснулись общей истории двух стран, как ее сегодня правильно преподносить. Конечно, говорили и о жизни поляков в Беларуси. Меня интересует, какие возможности они имеют в развитии культурной и образовательной деятельности. Витольд Ващиковский посетил Гродненский фарный костел. Мирное соседство двух конфессий, как в нашей стране, он считает большим достижением. Для развития дальнейшего сотрудничества в ближайшее время страны проведут ряд встреч на высоком уровне. Вчера я пригласил Владимира Макея в ближайшее время посетить Варшаву. Через 3-4 месяца в Беларусь приедет вице-премьер Польши. Он продолжит обсуждение перспектив развития партнерства в сельском хозяйстве и промышленности. Министр иностранных дел Польши также возложил цветы к памятнику Элизе Ожешко. Глава МИД признался, что посещение Гродненской земли для него – это и ностальгия. Волковыск – родина его мамы. Поэтому завершился визит польского министра посещением этого белорусского города. Юлия Косила, Сергей Печерица, новости Гродно+.